Всем привет! Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила идею показателя номера, который поставила сама для шоу в Японии. Когда он создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но ничего никто не понял. Мой косяк, работаем дальше. Подсказка. Это романтический образ и спортивное происшествие последних времени тут ни при чем, написала Медведева. Ранее спортсменка сообщила, что покинула группу тренера Этери Тутберидзе и будет тренироваться у Брайана Уотсера в Канаде. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.